Начнем с того, что я вообще в принципе очень обрадовалась этой новости о том, что наш любимый город ждут такие интересные, прекрасные изменения, которые коснутся и культурной сферы, и, естественно, туристической. Наш город, мне кажется, заиграет новыми красками и станет еще более привлекателен для туристов, тем более, что сейчас внутренний туризм, он, в принципе, пользуется большой популярностью, и мы здесь в музее тоже это видим, к нам приезжают люди из совершенно разных городов и восхищаются Вологдой, и, конечно, сделать ее красивее – это наша задача. В отношении площади революции я тоже полностью поддерживаю тот проект, который предложен нам, вологжанам. И я внимательно изучила те иллюстрации, которые уже сегодня разработаны, и предложения. И вы знаете, мне очень понравилось. Мне понравилось то, что наша площадь, она совместит в себе и историческую часть, и станет современной, будет зона, где можно поиграть детям. Ну и, конечно, мне, как историку по образованию, особенно польстило то, что предусмотрены моменты сохранения исторической части и отсылки к истории площади революции.